Всем привет! Сегодня мы смотрим клип по просьбе нашего бустера Inch BTS с треком «Сердцебиение», саундтрек к их игре BTS World. Я ваш сенсей, поехали! Этот трек у меня играет на BTS вселенной, самый первый на фоне. Еще раз начало. Скажу сразу, трек очень красивый. По треку все. По картинке я пока не выкупаю, конечно, что к чему. Но если эта игра это по их вселенной, то тут, скорее всего, должны как-то пересекаться, ну, возможно, сюжет их вселенной. Потому что игра поэтому и построена. И вот Шуга опять играет на рояле. Поэтому у меня есть такие мысли, что это как-то все-таки будет связано. Поехали дальше. My mind, I've been grabbing my shine. I know maybe for you wasn't ready, maybe. But you designate me and you resume me. I've been calling your name in this shit. Охренеть, какая, как. Короче, визуал прям топчик сразу. Все эти вот надписи, все это вот как. О, класс. Then you will love me. 어제처럼 다시 이 손 놓지 말고
Я скажу сразу, что для меня это, наверное, ну, вспоминая все их клипы, для меня это их самый красивый клип. В плане, ну, как бы графики, как таковой. В плане то, что вот у них, ну, опять же, я себе включил субтитры, чтобы примерно понимать, что вообще куда, но я вообще их не читал. У меня картинка что-то прямо вот к себе вот взяла такая, и все, и типа, не-не-не, смотри на меня. Тут какой-то, возможно, опять же, отсылаясь на их вселенную, какой-то параллельные вселенные, ну тут так не скажешь, тут скорее какое-то раздвоение миров было уже. Кстати, да. Инчик написала мне перед клипом, что это клип о том, кем бы они могли бы быть, если бы не были бантанами. И вот теперь это разделение миров имеет место быть. Тут, в принципе, пазл сошелся. Сейчас я почитаю текст и вернусь. Поэтому... Фу. Короче, опять, картинка с текстом немножечко не клеится. Если я правильно понял саму лирику, то, скорее всего, они опять... Опять же, я не могу отвязаться от той мысли, что у них все треки можно воспринимать по-разному. Даже тут, если я все правильно понял, можно воспринимать как в плане отношений между парнем и девушкой, так и отношения их с армией. Потому что весь трек сплошняком идет про то, что если я буду чувствовать твою поддержку, ну, условно говоря, то это будет мне давать силы двигаться вперед. Это можно воспринимать как и с армией, и как в отношениях с парнем, с девушкой. Потому что они поют: «Я чувствую твою судьбу, я чувствую свою судьбу. Но ты так, кто выведет меня из этого лабиринта, ты мой свет, мое спасение. Я не хочу отпускать твою руку, пока не пройдем весь путь до конца». Собственно, не, трек крутой, это в плейлист, он очень красивый. То есть красота самой песни, в плане музыки, в плане исполнения, и красота картинки, опять западает буква «Р», сука. Красота лирики и красота клипа вместе, они просто прям очень красиво делают, прям очень хорошо. В плейлист залетать 100%, потому что Инчик, спасибо тебе большое за такой подгон. Да. Ну, опять же, когда я монтировал вселенную, то этот трек я слышал на фоне. Ну, без лирики, просто была такая музыка, там еле-еле слышно. Но я не думал, что он настолько красивый будет. Вау. Крутяк, крутяк. То есть, бантаны, как всегда. В них, опять же, как и в Хасоке, сомневаться не приходится. Вот. Так что спасибо Инчику за такой подгон. Спасибо нашим бустерам за поддержку, нашему чатику, нашим всем-всем-всем, кто участвует в активности канала. На этом все. Я ваш сенсей. Обнял, приподнял. Ссылочки на наши бусти, телеграммы, чатики и группы есть в описании. Залетай, подписывайся. Я ваш сенсей. Обнял, приподнял. И всем пока.